Мы сделаем из тебя суперзвезду в мире гонок. 95-й! Роли в кино, реклама, спонсорские контракты. Думаешь, ты познал славу? Мы будем богаты, как короли. Мистер Стерлинг, к чему это все? Ты легенда. И каждая твоя неудача вредит имиджу. Прости, но тебе придется забыть о гонках. Хотелось бы верить, что сегодняшняя гонка не была для него последней. Я сам решу, когда уйти. Ну как настроение? Я не могу выйти на трассу и ездить как раньше. Это не сработает. Переменам противиться бесполезно. Сказать, чтоб я сделал! Что? Не знаю. Нету мыслей. Ужасно рада, что я ваш инструктор. Люблю сверхзадачи. Я вас назову мой винтажный проект. На старт! Внимание! Марш! А? Меня песок съел. Джексон Шторм установил сегодня новый рекорд, показав невероятную среднюю скорость на круге. Как себя Вы чувствуете? Вы о новых рекордах Шторма уже знаете? А вы не начали думать об отставке? Маквин, взгляните в камеру! Это мой последний шанс, Круз. Последний. Проиграю, не видать мне больше гонок. Не бойся, что ошибешься. Бояться надо, когда нет шансов. А у тебя они есть. Я смотрела по телевизору, как вы летите к победе, и думала, какой он бесстрашный. Эх, вот бы мне так. Disney и Pixar представляют. Тебе уже не стать быстрее Шторма. Но ты можешь быть умнее его. Награда – это сам спорт, а не слава. Шансы Шторма на победу почти 97 из 100. Давай, Маквин! «Тачки 3» в кино с 15 июня.